Еще не выплачена компенсация семьи медицинских работников, умерших от коронавируса. По словам руководителя областного управления здравоохранения, компенсация будет выплачена после заключения Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области. В регионе во время борьбы с пандемией коронавируса погибло 4 медработника. В соответствии с совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан будут проведены эпидемиологические расследования. Их результаты будут предоставлены специальной комиссии. В состав комиссии входят заместители акима области, руководители соответствующих управлений, представители общественности. Медицинскому работнику, который заразился на работе опасной инфекцией, будет выплачено 2 миллиона тенге. Семья медицинского работника, погибшего во время борьбы с пандемией, получит 10 миллионов тенге. Средства выделяются из республиканского бюджета. Далее деньги будут выплачены через Управление координации занятости социальных программ Атырауской области. Пока компенсация никому не была предоставлена. По последним данным, в регионе 243 медицинских работника заразились коронавирусом. У нас погибли 4 медработника, которые были на передовой борьбе с коронавирусом. Комиссия вынесет заключение, где они могли заразиться. Только после этого будет выплачена компенсация.